Как я боюсь, блять. Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала. С вами Никитос. Сегодня будем играть в... Знаете кого? Правильно. В эту поебень по имени Луна Гейм Про Лиги. Прология какая-то там, хуй знает. Просто Луна Гейм. Короче, я помню серию Луна Гейм. Это, короче, типа Луна там, не знаю, попала в какую-то беду. Короче, за ней преследуют Пинкамина, конечно же, в основном, ну да. Кстати, эту игру основали просто так на каких-то концовках. Возможно, на концовках. И с дохерищами скримерами, блять. Играем. Погодите. У меня звук сделан потише, я что-то я не припомню. Давайте послушаем. Да. У меня тихий звук. Итак, мы играем за поняшку по имени Луна. Принцесса Луна. Я так помню эту деваху, я помню один раз. Ну да ладно, давайте попробуем. Так, ходим, ходим по луне, и кого мы в конце встречаем, я не знаю, но... Здорово! Сука, блядь! Ёбаный ты носок, ты чё ты варишь, сука? Пиздец! У меня, блядь, сердце чуть не остановилось, реально. Ты чё? Чё за взрывы? Чойс! Ага! Селесия, здорово! Ебануться, блять, ребята, я чуть не наложу штанишки в основном. Давайте еще раз. Мне похую просто, блять. Ладно, давайте начинать заново. О! Мне похуй, абсолютно похуй. Луна Гейм, Луна Гейм. Мне посрать. Пошла нахуй. Блять. Ух ты, блять, я просто обосрался. Так, ладно. Ёб твою мать, у меня телевизор аж мерцнул. А если назад попробую пойти? Там что-то будет? Я просто не знаю, там что будет. Блять, Nightmare Moon. Твою мать! Ты чё так пугаешь, блять? Я ж чуть там... О, там опять Nightmare Moon. Ёбаный насрал, блять. Я просто не знаю, блять. Да хватит уже текстуры. Так, давайте поднимемся к нашей Nightmare Moon. У меня на телевизоре, кстати, идет, блять. Так. Заново. О, правильно, давай. Так, главное не упасть. Я помню. Пиздец. У меня сердце аж остановилось, пиздец. У меня аж очко вспотело. Шутка от Булкина за 300, блять. Пиздец. Так, отлично. Мы пробираемся к нашей Nightmare Moon. Так, давай, пошла. Во. You should go and make some friends. Чего? Все. Конец игре. Ничего не вылетит, да? Ну-ка, дайте-ка попробую зайти. Нет, ничего не вышло. А, да, я тут Сергофан смотрю. Тоже, кстати, тоже одну и ту же игру. Ничего не вышло, нет? Ничего не вылетело там, нет? Ёбаный в рот, блядь. Ёбаный твой рот, блядь. Я чуть не обосрался, блядь. О-о-о! Знаете, я, наверное... Блять, у меня CD-диск! У меня CD-диск открылся!
ёбаный нарал! Блять, мне придется лечить ПК, пиздец. Ребята, короче, я не знаю, что делать, мне придется вылечить тогда ПК. Блять, у меня CD-диск открылся. Ты что делаешь? С ума сошел, что ли? В общем, ребята, я заканчиваю ролик. С вами был Никитос. Всем пока и до новых встреч. А также вступайте в мою группу ВКонтакте, если вы хотите. Ладно, всем пока.